戦え大滝。Всем привет! В данном видео вы увидите обзор шикарного, главного героя шикарного, веселого аниме. Даже не знаю, сюнен, не сюнен, потому что, в принципе, он ни с кем там не боролся, а просто всех мочалил в хлам. Сайтама, так его зовут. One Punch Man. То есть, не знаю, как на русский язык это нормально перевести. В общем, мочит он всех одним ударом, так скажем. Прайс. От Банпреста. Такая вот коробочка обычная, стандартная. Само собой, наш главный герой на каждой стороне. Для него это обязательно. А, ну вот снизу его нет. Всякие тут буковки, шмуковки, кракозябры, кому они интересны, хотя смысла там особо нет. Но всякое бывает. DFX, так серия называется этих прайзов. В общем, обычная коробка. Внутри наверняка будет обычный картон, коричневый. А в нем будет лежать пакетик с пупыркой. А в пупырке той будет он великий и ужасный. Вот она. Да, все так и есть. Разделен, но не сломлен. Ничего особенного. Номер партии, видно, это картон там упаковки. Фиксаторы сняты. О, красавец какой. Обычный большущий блин. Ну, блин, конечно, огромный. И поддержка под ногу, чтобы он красиво мог стоять. Опять лететь. Разделен на три части. Тело, голова лысая такая клевая. Ну и плащ, само собой. Судя по всему, плащ. Ну, да, можно и без него, но у него, видите, вот дырки большие. Без него будут дырки. Ну, начнем с главного. С тела. В своем мега-спортивном, шикарном, очень сложном костюмчике. Я так думаю, это пародия на комиксов всяких героев. Ничего нового. Сапоги. Конечно, сапоги сделаны шикарно. Посмотрите, какая. Вроде ничего сложного, да, но выглядит просто отлично. Подошвы нету, но это и не надо. Более вынимая подошва, еще вопрос. Здесь немного видно. Банпреста 2016 вроде. Бляха у него на пузе. Отлично сделано. Ну, вообще отлично. Он, конечно, сам по себе не очень сложный, но, как это ни странно, я не вижу здесь швов. Точнее, они есть, вот тут совсем маленькие. У него на попце мышцы все сделаны, ткань, эти смятия, закладочки. Вообще шикарно. Стоит ли он? Не стоит. Неудивительно, потому что у него поза. Так, теперь плащ. Что у нас тут с плащом? Неоднородная покраска такая с тенями, что, конечно, здорово. Шейдинг, вроде так называется, сделан хорошо. Заклепочки. Вот видите, как переливается. На комплитку похоже по структуре, что ли, как-то по сложности. Так, вставляем плащ. Так сразу не вставляется, надо его немножко
помочь. О, какой он тугой-то. Сейчас. Надо под углом было вставлять немного. Опа! Ашикос вообще. Не, ну отлично же, да? One Punch Man невидимка. Крутотень. Аниме я смотрел. От аниме в отличнейшем настроении. Дикий восторг. Вон швов никаких нету. Не, ну смотрится вообще шикарно. Так, теперь глава красавчика. Эй, лысый, иди сюда. Опа. Так, ну, голова, сами видите, такая вот. Большое основание, чтобы вставлять. Ну и поближе. Так. Так, фокус, уйди. Ну, для прайза он восхитителен. Детализация, отсутствие косяков, швов, детализация лица. Смотрите, какой профиль шикарный. Ухо, губы, нос, мимика лица даже есть. Пусть небольшая, но все-таки брови не просто нарисованы на плоском лице, но сделаны целиком. Но его шикарная лысина. Очень гладенькая и мягенькая. Ну, не мягенькая, но гладенькая. Отличный пластик, кстати. Я тебя найду. О-о-о. Зачет ему. Так, вставляем голову. Чпок. Все. О, отлично как. Итак. Швов нет. Дырок нет. Поза восхитительная. One Punch просто офигенный. И всего пришло 16 штук. Так что, не знаю, надолго они. Скорее всего, не очень. Так. 16 One Punch Man. Они могут победить всех и вся. Огромный, блин. Для банпреста, я бы сказал, это уже достижение. Обычно все-таки поменьше, не такие огромные. Бывают, но редко. Да, банпресса 2016. Сделан в Китае. Ничего нового. Что-то краска какая-то вот капелька есть. Сверху, снизу. А, прямо в пластике. Такой вот блин. Полупрозрачный такой, клевый. Обычно, конечно, они в последнее время. Просто черный пластик. Так, что у нас тут? Одна дырка, две дырки. Так, для коленки вот так. А тут у него форма, что ли, есть. Полежи пока, чувак. Да, есть фиксатор. Ну, видите, вот. Чтобы нельзя было неправильно вставить. Тоже молодцы. Обычно не заморачиваются на этом. Вставил, покрутил и т.д. и т.п. Так. Раз. Видите, не доходит нога. Тут вставлено, а тут не доходит. Те, кто пишут и спрашивают, что это брак, как делать, что делать, не бойтесь. Это прайзы. У них пластик не такой, как у комплиток. Надо просто немного ногу подтянуть вперед. Не поломаете, не волнуйтесь. Просто аккуратно делайте это. И все будет хорошо. Когда вот тут вот входит не до конца, не давите. Видите, какой пластик тонкий? Снизу пальцем прижимайте и сверху давите. Вот так. Иначе эти палочки можете тут вот выломать снизу просто-напросто. Вот такой он красавец. Сайтама.
шикарная поза, ничего не падает. В принципе, он и без поддержки бы для колена нормально стоял, но я думаю, сделали тем смыслом, что плащ очень тяжелый и может деформироваться начать как-нибудь. Ну что про Сайтаму сказать? Он офигенен, правда ведь? Ссылка на фигурку в нашем магазине Otaku King чуть ниже в описании под видео. Делитесь, ставьте лайк. Мне очень приятно видеть лайки, как и любому человеку. Спасибо за просмотр. Счастливо. Сайтама вас ждет. Пока. Джейши маде, ато донокурай да? Мо соросоро десу га, мада ханно га аримасен. Оре га саки ни итте, башо га вакари шидай, сугу ни сенсей ни ленрак шимасу. О, ой! お知らせします。今回の災害レベルはトダ。市民は現場に近づかない。